Дорогие ребята, участники 18-й международной олимпиады «Интеллект», вы участвуете в олимпиаде, в которой школьные отметки не имеют значения, а только ваши интеллектуальные способности помогут нам определить призеров. Желаю вам богатого воображения, глубокого мышления, оперативной памяти и цепкого внимания. А мы, взрослые люди и ваши родители, будем держать за вас кулачки. Удачи!